Понял, никому. сейчас. Я А, до 200-й перчатки паладин же чернокнижник. за роль. Выключи, пожалуйста, активацию по голосу. Шея. Все, всем спасибо. Мы сегодня в блоку 25 точно пойдем. Стоит идти купить миллион припоту. Вы закрыли десятку? Да, с горем пополам. Лёх, а как искать квест на ту штуку инженерскую, что туман сосет? Там квестодатель красный. А, ну да, я тоже не смог взять. Мне сейчас так обидно, что... Я так и не сделал уже, его тоже. Ну, я хочу... Я сейчас 500 золотых заплачу, чтобы за бустать. Я опять 500. Там 10 тысяч. В смысле 10 тысяч, что ты говоришь? Ну, тебе надо будет и словарь РД купить. Урчу. Зачем мне словарь РД? Я по жизни РТНИЦ. Не, ты не сможешь перейти так. В этом и суть. В смысле, у меня есть язык орчи. Языка тебе нужно будет стоить. Я тебе говорю. Переход стоит 10 тысяч. Здесь информатор есть. Если потребуют, короче, этот словарь. Вроде бы. Ты что, уже пробовал? Да, нет, ну, это для Альянса. Наверное, это для Альянса. Десятка обратно. Я тебе говорю, что это для Альянса нужно. Ну, давай, давай. Сейчас у тебя выйдет десятка, скажешь потом. А! Все, отмена. Там, чтобы перейти на другую сторону, нужно 5К. Где заходи? Hi, peoples. Hi, man. Hi, hi, hi. Hi, Данила. Hi, German. Чё, тут второе собирается? Да. Зачем тебе?
Лил, ты идешь в ОС-25? Да. Но, бля, Влад, кидай ему пати. Или там места уже забиты? Есть еще место. Могу пригласить члена другой группы. О, это же фулка? Да. Ну ладно, спасибо. В любом случае, на замену-то прыгай. А у тебя как, ник? Как? Big War. Большой War. Так, ну получается, фул я тут набросал. Кто с разбойников, Килнес или Резван, может послакать Бигвару, если в рейд хочется? Да не, но если идут пацаны, пускай идут, я на замене посижу. Ну, пока посиди. Ну все, в этот в рейд летим. Локи есть. Идите сюда, шкаф поставь. Влад, попробуем плюс 3 сделать, 25. Меня Слава зовут, если что. А я как сказал? Слава? Ты сказал Влад. Ай, блядь, сорян, извиняюсь. Наебался. Дюрик, с какого ретрика отправим? Какого хапала из трех отправим в ретрика? Турбо или дюпонатора? Не знаю, ты рад тебе решать. Турбо или дюпонатор, кто из вас хочет ретриком побить? Че, вы сейчас Вока собираете? А ты хочешь меня в хила засунуть? Нет, только еще потом. Не, я могу тебя будет. Не засовывать, в принципе, в три хипала пойти спокойно. А, хорошо. Если хочешь по элемам побить. Да, я подождать хочу. Давай так тогда. Три хипала будет. Это с базукой пришел друид, очень хороший, кстати, ДПС много дает. Да, сейчас зайду тут, чарку делаю.
Давай, поставлю. Благодарю. Окей. Первый вроде давали. Последний раз. Сагрили, да? Да. Моба бейте. Ну что ты делаешь? Испалите проклятие. Если что, Кас может сбивать. Если что, нам убивать этого не надо, если мы плюс 2 делаем. Ну да, а смысл тогда? Пойду пока с метки поставлю. Народ, просто выйдите из инста. На выход идите. Я уже вот вышел. Нету. Я тоже учусь играть локом. Газ может сбивать.
Народ, потом десятки будем. Устал, Слава? Устал? Что такое? Силово ебит. Бывает. Тебе уже, блядь, плюсовали нахуй в дичар, блядь, что капуста, что я. Кидай пальцем, не капусту. Да, вырубила, блин. Он еще АФК стоит. Сейчас что делаем? Чем такие замены, если ВК в итоге? Для чего такие замены, если челики на замене сидят АФК? Ну вон, сова появилась. И локов. В
Больше посла. Спасибо за еду. Ауру коня выключите. Я фласку выпил. Да, убили уже второго убиваем. Блять, у нас войд упал. Да, это плюс 3. Убить всем, убить моба. Босс не везет. Жим втроем. Я буду ковыряться. Сумеречная пытка сейчас поумирает. Зайди, заходите. А мы нормально, мы убиваем. Только координации не было. Мы почти все сделали. Вообще заебись. Да, мы шадрона убили почти. Да, мы можем плюс 3 закрыть. Почти все сделали. Ну, спасибо за квест. Может, все-таки дракона? Пожалуйста. Это на ОД задание. Это элик на Сартериона.
Потом с моим можно шлюбить. Адрон Питер, нет? Ну, пролетел вторым. Шадрон вторым прилетел. Рыба застоит, кушайте. Друзья. Ля, спасибо, вождь. Ща вас поставим. Бам, блин. Да-да-да. Тыкнемся. Да-да-да, сейчас иду. Тупой просто. Рыбу садит, а рыбу не видит. Плод не видит. Да, уже поздно. Волны. Бэл, давайте. Бэл. Опять яха и заряжается перед РТ. Волны. Сорвал вроде. Полный осторожность сзади. Да. Еще один. Еще один, блядь. Спасибо.
силы, посмотрю на трупы драконов, вижу их три. Не пойму почему. Волны. Да, что там такое? Ну, смотри сам, в принципе. Если хочешь, можно сыграть. Там просто на умлет ребятам Одессы, чтобы они не были вагонами и не давали там, грубо говоря, 2000 и понимать тактику на драконов. Вот все, что там надо. Ля, цыпа, ты где? А сейчас наручи-то какие? 226 или 213? Ну, если ты говоришь о токене, а Т7, да, 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 то 213. 26-х не было. Ну, все, окей. Че, никто не ролит? Или че? Ля, цыпа забрала. Ну чё, цыпа, следующий лут мой. Пацаны, это по роллу, да? Без КП, без КП. Звука я просто, ну, интересуюсь так, для общего сведения, думаю, тут недавно. Принято, спасибо. Маги, можешь, пожалуйста, портал?
Август, поставь, пожалуйста, портал в Даларан. Если не сложно. На родину. А что я, блин, всё, спасибо большое. Руки хотел. Кому нужны эти плечи? Я что-то попутала. Ой, а можно мне плечи на холле этого, ну, блин, на Эршама? Да-да. А, только рду. Что, в десятку есть желающие, народ? Я. Главное, я тут вопрос тогда задам, когда я тебя прошел. А, на этой неделе уже списание ЕПО было 10%. Это первый вопрос, второй. А начисления за вклады, они после отписки? Я в 9 утра тебя отправлял, у меня до сих пор ничего не пришло. Ты получил письмо? Я просто по дому смотрел, у меня ничего не было, поэтому спросил. Ну, меня спросило. Но оно, получается, после стеза начинается уже, да? Ну, меня просто этот вопрос интересовал. Ладненько тогда.